завершает программу первого отделения концерта новое сочинение Эдуарда Маркаевича «Соната для баяна». Соната представляет собой творческий эксперимент. В ней сочетаются различные стилевые пласты и композиторские техники. Соната трехчастная. Так, в первой части использована техника свободной неповторяемости в сочетании с традиционной тональностью. Вторая часть более близка к сфере лирических образов композитора, воплощаемых в его ноктюрнах, медленных частях циклических произведений. Третья часть пронизана джазовыми интонациями. Соната для баяна прозвучит в исполнении лауреата международных конкурсов Виталия Мунтяна. Я все-таки стул поменяю, если можно, Мам, ты положи этот курсат на пол. На пол, положи. Thank you.
Доцент кафедры хорового дирижирования Светлана Адиреева.